Всем привет, друзья! Сегодня мы с вами будем проходить Wolfenstein New Colossus. Вот. Продолжаем проходить Wolfenstein. Вот. Дело в том, что если первую часть я играл, то во вторую часть я не играл, да, то есть я ее несколько раз ставил, потом не нашла, потом не ставил, я не мог ее так начать играть, потому что я читал мнение игроков, что она, ну, не такая, как первая, а я и в первую тоже забыл, ну, в общем, пошли все нахуй, как говорится, я в итоге подумал, буду-ка я играть. Ну, давайте начнем, собственно, переходим. Это мое сохранение, не обращайте внимания, тестовое. Да. Так. Это агония видеть такой сон. Начинаю. И проснуться. Начинай. Еще дышишь, чертов везучий. Здесь, в отличие от первой части, у нас русская озвучка. Эй, собачка! Апорт! Поэтому... Я, конечно, думал поначалу, может быть, все-таки оригинал поставить. Но, с другой стороны, вам, чтобы мне не читать много, я первой части не читал. Если убьем генерала, обезглавим военную машину врага. Это он, да? Это череп? Помоги мне выбрать. Взгляни на того, кто подойдет для вивисекции. Я видел все, кроме истинной жестокости. До сих пор. Так, кто не помнит, черепы мы с вами в конце уничтожили. Ну, вроде. Кроме вот этой Фрауэнгель, да? Она охуела, она как типа бог мне пожил. Так, пане доктор. В таким разе трафи до закладу психиатричного. Я вижу кого-то. У Аньки семейство на польском вообще. Сейчас 1960-й. США. Сдались 12 лет назад. Когда нацисты сбросили атомную бомбу. Это тем просто, кто, например, не смотрел предыдущую часть. Поезд думает, смотреть, не смотреть, что там было. Вот там. Правильные черты арийца. Бойцы сопротивления, где они? Биджей Бласковиц. Кэролайн. Бласковиц! Если ходить под хотя, себя, это может быть, это враг правильно. Верит, что войне конец, что мы слабы, не в силах им противостоять. И как всегда, да. Враг неправ. Сет Рот. Как всегда. По официальным данным его задержали и отправили в концлагерь. Да, Сет Рот. Ты Сет Рот. Он, я так понял, очень важный дед. Он, ты, в принципе, да, все это я херработал. Я руководил. Надеюсь, ты нашел, что искал. Меня зовут Бомбата. Уильям Джей Бласковиц. Ты береги себя. Никто не уйдет. Вот она, Энгель. И я тоже, Макс. Макс не любит насилие и не хочет, чтобы кто-то пострадал. Да, Ихуд — древнее тайное общество. Мы изобретатели. Технологии да, Ихуд на века опережают все, что вы знаете. Вот Икар про вообще про Вторую мировую. Ну, это, конечно, альтернативная вселенная. Представьте конечно... себе, командует ими фрау Энн, ваша подружка. Небось, череп ее повысил за историю с лагерем. Эй, капитан, вы угнали молот Евы, самую мощную подлодку во всем нацистском флоте. И как можно быстрее двигайтесь дальше. Давайте сотрем черепа с лица земли. Череп. Надо было сразу убить. Тоже какой-то альтернативный. Выпотрошу стаймя. Я вообще, когда увидел Battlefield 5, я думал, о, это самая капитан, батла. Мы на позиции. Ядерная потому, пушка заряжена. Лоботе, можно стрелять? Стороны, но когда она вышла... Стреляй. Вверх нет ни высадки в Нормандии, ни восточного... Вообще, что? Я не понимаю. Это тоже, видимо, альтернативная игра. Вот у нас, мы продолжаем с того же места, где все и закончилось. Уильям, Уильям! Я офигел, что он живой. Бласковиц. Господи, я не знаю, может быть, оригинальный озвук? Сегодня не будет. А может, я еще колоночки включу? О, милый, сильно он тебя стукнул. Отдыхай, все пройдет. Это же нянька, ну. Есть супы и еще каша. Что ты будешь, малыш? Каши и супы есть. У меня как она? Посттравматический ПСТР. А, вот да, видите, сейчас мы выбираем то же самое, что и в начале. Ну давайте, как бы не будем изменять традиции, выберем опять-таки Фергюсона.
Боже, у него кишки! Давай, держи там руками! Плохо дело. Тащите вертолет! Я надеюсь, здесь будет, кстати, не меньше эпичных, трагичных моментов, потому что вот... Завершить дело, ради которого пришел в этот мир. Рядом с любящими друзьями. Она думала наебать, да, остаться здесь, они бы решили все-таки... Бомбата, мы улетели! Огонь! Да, мадам! Он теряет кровь! Быстрее! Меня накрывает волной жара. Молодец, я. Кажется, небо в огне. Кэролайн, он умирает! Не жми. Он синеет! Бомбата, готовь каталку в ангаре! Будем через 90 секунд! Смерть вновь стоит у ворот. Кричит мое имя. Заходи, старушка. Прости, что заставил ждать. Я вот не пойму, что это за женщина все равно. Или это Аня? Папа говорил, когда у тебя будет сын, отдай ему кольцо. В смысле? Оно обручальное. Оно в нашем роду. А, а может быть это... А, это мы маленькие. Представляешь, сынок. Я-то думаю, это Анька, что ли, изменилась так. А это мама, это... Ты наденешь ей кольцо. Это очень ценная вещь. Джей, я понял. А вот собака у него есть. Это покажет сейчас, что было вообще. Помните, ведь он очень часто вроде как вспоминал. Не говори отцу про кольцо. Он его отнимет. Он про него не знает, вот и помалкивай. София! Мама, прощен ли я? Была ли моя жизнь праведной? Заслужил ли я... Короче, того, понятно, он вспоминает свое детство, в общем. Я так понимаю, что он сейчас в коме вообще валяется. Потому что... А я, кстати, знаете, очень переживал. Я удалил сохранение, и я думал, типа, а как оно рандомно? Тяни, тяни, бомбата. Нам придется удалить почти весь кишечник. Сделай, что нужно, сэр. Удалить кишечник весь? Господи, боже мой, что, все это надо показывать, что ли? Все будет хорошо. Боже мой, да что ж такое-то? Я вроде не слабонервный, но даже с такой игрой, даже я слабонервным скоро стану. Кошмар какой. Кишечник удаляют. Я вообще в шоке. Сиди тут, не шуми, он идет. А этот он вспоминает, что было. София, прочь с дороги. Он же не виноват, не трогай ребенка. Не беси меня. Короче, батя у него был вообще отбитый. Он же дитя, они играли, он не понимает. Ни хера подобного, прекрасно он знает, что нельзя общаться с негритосками. Это вот это у него батя был расистом. Хватит. Даже не представляешь, как я страдаю. О, София, я каждый день... А я не пойму, у него чего, отец типа немцев, что ли, был? Или они чего? Они своими поборами с меня кожу живьем дерут. Я унижаюсь, лишь бы не прогореть. Или чего вообще? Они тискались под тополем. Я этого не допущу. Я слишком долго вкалывал твою мать, чтобы потерять репутацию из-за того, что мой сын втюрился в негритоску. Вот это он расист, реально. Так жить больше нельзя. Капец. Я готовлю, мою. На мне лошади, хозяйство. Не один ты за всех страдаешь, Рип. Зря ты не закрыл лавку, как говорил мой отец. Мы всем должны. За свет 3 месяца не платили. Ты потерял все деньги, которые вложил мой отец. Ты играешь с огнем, София. Что на тебя нашло? Я не тот, с кем можно распускать язык. И не тот, за кого я вышла. Я вышла за мужчину, чья семья бы не голодала. Бог свидетель. Слышишь? Не позволю избивать сына! Заткни пасть! А не то я ее сам заткну! Все вы жиды такие. Лучше всех все знаете, да? Еще дерзит мне жидовка сраная. Я женился на тебе, потому что ждал пользы от твоего папаши. А ты как камень на шее! Вечно лезешь не в свои дела!
не хочешь растить малого как надо. Слушайте, а мне кажется, что он его озвучил актер, который Вита озвучил, Скалета. Че-то прям знакомо, нихера себе. Собаку ударил, смотрите. В шкафу спрятался. Даже смотреть на тебя тошно. На, нахер. Батя совсем ёбнулся. Сейчас мы его... На, нахер. Ой, блядь, поймал! Какой же ты убогий доходяга. Тебя всегда будут задирать, ломать об колено, заставлять жрать дерьмо. Ну и что ты им ответишь? Слушай, по-моему, это реально был свита. Давай хоть научу тебя люлей получить. Дыши ровнее, Бласковец. Восстанавливай силы. Мы начали важное дело. Расклад меняется. Круг Крайзау теперь на подъеме. Это женщина. Блин, забыл, как ее зовут. Начнем действовать. Все, они, мне кажется, чуть-чуть постарели, как персонажи. И Анька это так подизменилась. Я так понимаю, прошло типа несколько лет после того, как ему... Я так понимаю, ему вообще удалили всю нижнюю часть. Кошмар, вот это у него отец был ебанутый. Он его привел в какой-то подвал. Иди есть. Да, ты умница. Да, Бэсси, ты хорошая девочка. Никуда ты не денешься. Скули сколько хочешь. В общем, отец у него тот еще был морозотный. Жизнь, она не сахар, батя. Иногда ублюдков надо наказывать. Убивай или сдохнешь. Старые немощные обречены. Мрази всех. Пиздец, он меня что, сейчас собаку заставит, что ли, убить? Да пошел ты! Вон лезут, лишь бы отнять трудовые доходы у белого человека. Мы должны вправить мозги этим гомосекам. Это твой долг. Палец на курке. Слушай, он его сейчас собаку заставит убить, что ли? А мы давайте не будем. Застрели ее. Или пошел ты в жопу. Стреляй! Не буду. Я промажу и все. Но какой же ты слабак. Весь в своем... мразь, блядь, конч. Ты шоп тебе, да вообще пидорас, блядь. Ну, взял собаку, убил. Помни, милый. Пиздец. Дальше будет лучше, чем сейчас. Короче, Ощин Бласковича будет мучить кошмары, связанное с детством. 25 июня 1961 года. Кто это? Это я. Это я. А, нет, у него вроде ноги на месте. Он ходить не может. Да, она здесь где-то третьей игры будет на коляске. Старые, инвалидной. Немощные, обречены. На них напали. Бласкович даже в коляске будет. Даже в колясочке будет сейчас разбираться. Это ты? Нет, это не возьми. Возьми. Они тебя ищут. Меня ищут? О, черт! Они уже тут! Я не показал, что это силуэт собаки. Это теперь наша подлодка, нацисты. Вам и нет. Сразу скажем, в Youngblood мы играть будем. Я поддерживаю ту часть. Я видел, как она выглядит. А вот, поэтому я думаю, что это последняя часть. Но просто... Вообще, вроде бы, где-то говорил, что делают новую часть Вольфенштейна, но... Ну, стрельба тут осталась на уровне. Она чуть-чуть поизменилась, конечно.
Знаете, что мне больше всего поражается, если не изменится ни хера, по-моему, графика. Она вот какой была, такой осталась. Что там раньше у меня? Тот же самый графон. Ну да, чуть-чуть стало освещение побольше, объекты стали хоть подробнее. Но это то же самое. Здесь нету кардинально какой-то новой графики. Понимаете? Просто нет. Я, кстати, понять не могу, оружие пока выбирать нельзя. А, хотя подожди, голоской же как на коляске должен ездить. Вот типа, видите, он одной рукой держи, перемещается Таня. На коляске. Я иду к тебе. И Эвенгер, у меня есть шоки с того, что вот это. А у Энгеля она до сих пор живет, или понимаете? Блять, стекло разбили, прикиньте. А я думаю, не разобьют. Слушай, а подожди, а почему? Офигеть, ну что, здоровье? Тут жизнь заканчивается, когда мы даже ничего не делаем. Ебать, нас убило. Также цитатки всякие сверху написаны. Подожди, здесь что, опять череп, что ли, будет? Вы видели, да, там на картинке есть его рожа. Там на картинке рожа черепа была, офигеть, ебать, он живой, что ли? Он, я так понимаю, он ядерный... Блядь, опять я сдох. Он ядерный тот удар... А может, они ничего не делали? Они вернулись за Бласковичем. И чё? Биджей такой прикинул, думает, ну, нахуй нам не надо. Что за хуйня? Почему я сдыхаю постоянно? Как пройти дальше-то? Уже пошел. Я так понимаю, здесь немножечко вообще сам по себе шутер, он немножечко урезанный. Получается такой. Здесь вроде как бы и шутер, но и в то же время не шутер. Я не против, почему. Такая концепция иногда идет на мысль. А движок реально тот же вид. А вот куда дальше-то идти? А куда дальше-то? Джей, в осаде. Осторожно, пол очень мокрый. Ой, что? Живо! Ой, вот так-то лучше. У деда голос похож. Раз, два, три. Ау, Фидерзейн, вонючие куски дерьма. Так, Бласковец, я рад, что ты пришел в себя. Я рад, что ты встал с постели. Где она? Я не видел ее с тех пор, как они с Кэролайн обороняли лифт на верхнюю палубу. Тогда покажи мне, куда идти, сэр. Девушку ту зовут, да? Ну, которая ты с знаешь, белыми. Сколько пролежал? 5 месяцев. Твое тело искалечено. Ты понимаешь меня? Почки отказывают. Будет трудно мочиться. Шмекели свой не сможешь использовать. Ну и много чего. Сейчас не до того, скажи. Шмекель вот. Равенгель. Она охотится за тобой. Перевернула все вверх. Ну и наконец нашла тебя. Нацисты проникли на подлодку. Много раненых. Много убитых. А, они на подводной лодке. Нет. Хакмир, ништяк, чайник, я же сказал, нет. Просто помоги найти... Лифт на верхнюю палубу.
Ну ты полный Окс. Ты полный Окс. Знаете, но тут Блазкович начал выглядеть более-менее таким. Лифт на верхнюю палубу лежит через... Человечный. Потому что в прошлой части он был похож на куклу. Значит, ботоксная кукла. Но! Глянь сюда. И здесь он как-то выглядит поживее. На ней показано, где стоят ловушки. Используй их против Ферхакта Фашистен. Вот так. Вот так. Осторожней. Постарайся не умереть, будь так добр. Ступай. Я забыл, как этого дядьку зовут. Фрау Энгель, ищешь меня? Наоборот, дамочка. Это я тебя ищу. Блазкович так сказал. Он ее ищет. Что ей сказать? Я вот лично эту старуху, знаете ли, не ищу. Опять я вздох, блин, да что так? Не понимаешь, что когда врезаешься в этот, то начинаешь вздыхать, блин. Фрау Энгель, ищешь меня? Да, вот ты, фрау Энгель, ищешь. Наоборот, дамочка, это я тебя ищу. Зачем искать эту старуху, я не понимаю. Все, что можешь, лишь бы все дожили до того момента, как я приду. Москва еще общается, но здесь комитет старый. Здесь добавили возможность убивать ловушками. Но из-за этого, блять, я постоянно уебусь и сдыхаю. То есть, ну, стоит или нет, сайк подумайте. Это, конечно, минус даже, я бы сказал. Вот сейчас, например, нам нужно куда-то идти. Куда идти? Чего идти? Вот я опять тупо врезался случайно в ловушку, я сдох, а мне надо ехать дальше. Что за хуйня это? Что за бред такой? Блять, Блазкович ездит на инвалидной коляске, меня? Блядь. Наоборот, я и понимаю, что да, он это, у них там типа это, футуризм и все такое, но блин. Он же не может, мать его, взять и... Бля, бред. Типа взять и... Типа... Бэм нахуй. Бэм нахуй. Кэролайн, где бы ты ни была, делай все, что можешь, лишь бы все дожили до того момента, как я приду. Бэм нахуй. А может ее обесточить надо, наоборот? Я не знаю, серьезно. Здесь карта по-другому стала выглядеть. Мне нравится. А, во, все, не потух. То есть надо было дождаться. Все. О, прикольно, смотрите. Он не как Сиджей, да, который там в штанишках оружие хранит. Он оружие ложит к себе на ноги. Вот это прям круто, слушай, это круто выглядит. То есть вот смотри, он, например, едет. Вот, и когда мы типа долго не стреляем, он типа берет и оружие прям себе на ноги ложит. Вот это прям вообще супер действие в этой зоне. Помните? Он автомат положил себе прям на ноги. Круто. Меня сейчас этот мужик напугал, когда сказал, ты, говорит, не сможешь ни причиндал, ни свою пользоваться, ни... Это самое, что-то прям, конечно, грустно он мне рассказал все дело. А как я по лестнице забираться? Че? Не-не-не-не-не, мы не по лестнице, вот сюда вот. Не, геймплей на коляске, конечно, безумно прикольно. Реально чувствуешь ограничение биджея. Я думал, что его тут сделают этим, блядь, с Суперменом нахуй. Как он рулит аккуратненько, как он оружие ложит на ноги.
чувствуется тяжесть вот этой самой коляски самой. То есть это суперски сделано на самом деле. Очень-очень круто, я бы сказал. А то, кто там сравнивает с первой части игру, ну блин. Чем сравнивать две игры? Здесь понятно много чего нового. Она может быть, да, не такая какая-то. Супер. Ты что трогаешь? Нет. По крайней мере, за то, как прикольно реализован геймплей на коляске. Блин. Я надеюсь, что... Слушайте, там не то ли мудачо идет, которая с этим меня заебала в тот раз еще. Офигеть. Музыка здесь тоже в тему там все. Майк Гордон опять писал. Позитив игровой. Украденная вами подлодка снова. Да. Какие шедевры он пишет. Интересно. Колясочка моя инвалидная. Ёб налево. Коляска. Это каталка. Снова в деле, старик. Забудь про боль. Надо бы запустить конвейер вспять и попасть к лифту на верхнюю. Я так понимаю, стоять Блажкович может, но ему очень тяжело это дается. Прям очень тяжело. Прикольно, слушай, геймплей такой сделанный, классно. Да, конечно. Меня вот прям как раз по случаю чокнули, чтобы я смог отвлечься спокойно, без зазрения совести. Давайте нормально, Марк. Шипот, шипот. Отверно? Нет, будет. Вот же перед тобой, вот. Парированное зрение не плохо, конечно. Так, продолжаем. А у нас тут... Слушайте, реально, вот этот геймплей на каталке, он реализован просто охуительно. Давайте, кстати, не поедем больше на этой штуке, а то я полагаю, что если мы сейчас поедем на этой штуке... Вот как хорошо, но вот пизду не было. Давайте попробуем выкосить по стелсу. Ух ты ж, блядь! Тыщ. Главное, чтобы они по этим баллонам банули рядом со мной стоящим.
если честно, я его понять не могу, за что эту часть второй критикует. По мне она такая же охуительная. Не менее охуительная. Как она реально как первая. Или с кучей новых фишек. У нас здоровье уходит до 50, получается. Прикиньте, офигеть. То есть, типа, так как мы на инвалидной коляске, ну, на коляске ездим, то получается, соответственно, типа, у Блажковича у него не так много здоровья. Это прям вау. Типа, ну, логично же, у него проблема, у него сейчас, блин, он только, блин, операцию перенес, и как у него может быть 100% здоровья? Это круто реализовано, на самом деле. От этого единственное, что сложнее, конечно, игра становится. Он на инвалидной коляске сейчас ездит. Ну, тут реально какое-то время за. И здесь так типа реализовано, что здоровье не 100%, а даже если ты его до 100 выполняешь, оно падает до 50 со временем. Потому что ты типа болеешь же. Прикольно же сделано. А еще мне нравится то, что я вот сейчас сказал, ну, то, что пока типа ты, ну, он не убираешь оружие куда-то в штаны, он, например, когда едешь быстро, хочешь разогнаться, он ложит автомат себе на ноги и катится быстрее на коляске, а когда ты стреляешь, он одной же рукой коляску управляет. Ну, здесь нет какой-то футуристической коляски. Хотя какой футуризм? Здесь футуризм, по-моему, только у немцев творится с роботами. Но я знаю, что потом он будет здесь бегать, у него типа какие-то протезы будут. Я надеюсь, он не у Кэролайн их позаимствует. Если вспомнить, что Кэролайн сама ходить не могу. Я надеюсь, что... Повстанция. Просто повстанция. Дневник станция. Да, у тебя здоровье 61, 50. Я думал, ты сейчас здоровый будет. Так. Так. Что тут нажать, что-то надо? О, это типа эта штука, которая... А чё она? Ну, мы, наверное, электричество включили. Так, конвейер пошел вспять. Поехали. Конвейер пошел вспять. Музычка, конечно, всегда уходит. Что, если мне не понравилась главная тема? Когда мы, помните, в конце прошлой части, на разборке последней. Там музычка попала. Так, включить лифт, покинуть уровень. Ага. Чё он тут делся? О, нас напрыгнул. Я доставлю твою голову, фрау. Отвали от него! Уильям, ты в порядке? Ой, конечно, раз пробовать. Так, показать Ане, что ты в порядке. Господи, на Е нажмите. А что, нельзя было просто ролик запустить? Уильям, я молилась, чтобы ты очнулся. Я обуза. Ну, тут реально как, хотя бы как живой человек. В прошлой части, наверное, на ботоксную куколку был похож. Давай встанем. Какие-то губы накачанные. Здесь он хоть похож на героя, персонажа. Это очень хорошо, наоборот. Как ты поправилась? Как ты, говорит, поправилась? Сет говорит, будет двойня. Ничего себе! Говорит, у меня, говорит, будет двойня. Он говорит, как ты поправилась? У меня, говорит, будет двойня. Это они там помнят, что да? Потом, потом, Киндерлах. Если выживете, от еще него. Успеете налобызаться. Вас нужно отправить наверх, на палубу. На палубу. Держись, Уильям.
Чего зовут? Я забыл. Ох, ну сюда. Фрауенгель на вот этом... А вон тот человек, который... Еще не кажется, что он костюм у Кэрол. Я же сказала Кэролин по башке. Вон фрау не пришла. Noch so ein böser Junge mit einer Waffe? Loslassen! Loslassen! Ты опять со своей клеткой пришла. Секун, warum atmest du so schwer? Ich weiß nicht. А, ее не стали переводить на русский, смотри, это. Das weißt du nicht? И решили сохранить, ну, короче, озвучку. Dieter, abführen zum Verhör! Ja, Mutter. Да, мама. Это ее мама, что ли? Упражнения, о которых мне говорил, ты не соблюдаешь диету. Эх, прости меня, мама, я вчера съел маленький кусочек торта, совсем чуточку. Глупая девка. Подожди, а это что? Это если ее дочь, это вот от того мужика, блондик, помнишь, там был блондик? Поезди, который ехал еще. Это фрауенгель, она сейчас жжет. Что скажешь люди, когда я тебя отправлю в больницу сжигать жир? Ну, посочище. А ну, подставь щеку. Даже подщечину не сослужила. Она и хотела плеткой пощипить. Вот там, наверху, я уверен. Идти внутрь, я выманю. Да, мама, все внутрь. Это чья-то ее обращенница. Кажется, тогда от того мужика. Ну, я так думаю. Я обращаюсь к террористу. А сейчас ее перевели. А, ну да, может быть. Известного как Жуткий Билли. Я готова пощадить всех остальных на твоем судне, если ты сдашься. Нет, блядь, они в гутрах. Приходи. Если ты сдашься. Сководил один. Похоже, ну так. Приходи туда, Уильям. Ради такого я туда пошел. Сейчас я в меня возьму самое низшее оружие. Что делать? Ты прав, Эмили. Тебе надо попасть наверх и как-то освободить лодку. Юй, у меня кем только не назвал. Я боюсь за тебя. Ты слаб, Уильям. Ты совсем не в боевой форме. Я справлюсь. Тайза! Это он, стой! Хочешь нас своей колясочкой задавить? Они спят с того, что на коляске, да? Я так понимаю, что он специально. Держи его. А, да. Вот и он. Хорошо. Снимите с нее броню. О, черт, о, черт. Заткни рот. Блин, они, скорее всего, сейчас Кэролин убьют. Забавное зрелище. Гений подполья в собственном дерьме. Бласковец, ты очнулся. Как видишь, я пришел за вами. Это же этот... Как ты, Кэролайн? Она нас как-то нашла. Видно, я просчиталась. Нас высадили. Я все испортила. Они его убили. Его убили. Думаешь, ты герой? Уильям Джозеф Бласковец. Слушай, мне кажется, она помолодела, бабка-то. Чё она там? Ты не герой. О, нет. Тебя обожают только убогие... Мне кажется, не надо было не черепа убивать, а её скорее. Гнилое отребье из вонючего гетто. Давай, третий. Но теперь всё изменится. Я покажу тебя по международному ТВ. Смотрите, люди! Разве это похоже на героя? Сам ржет. Жалкий калека, который мочится в трубку. Все увидят, какой ты никчемный боец. Лос-лос!
Блять, она, скорее всего, сейчас Кэролин бошку отрубит. Вот сучка, блять, старая, карга, а? Пиздец, нахуй. Склони голову. Глупости. Сопротивление не склонится. Пиздец, все это как всегда покажут. Мама. Но ее дочь остановит. Я работаю, отойди. Но я думаю, ты их освободишь. Вот типа ее дочь. Я освобожу ее. Я освобожу ее голову от ее же тела. Но ты сказала... А ты сказала, что будешь делать упражнения и не перестанешь жрать. На что мои люди нашли при обыске в твоей комнате? Шоколад, печенье, лимонад и конфеты. Не говоришь о мерзких записках в твоем дневнике. Ты хочешь освободить ее? Ладно. Бери. Нет, бери. Давай, освободи ее голову от тела. Пиздец. Ты прочла мой дневник? Давай, иначе клянусь. Тебе не сдобывать. Не сдобывать. Давай, давай, давай. Давай. Кошмар какой. Мама, я не могу. Живо. Нет, я не могу. Зато ты смогла исписать весь дневник фантазиями, разврате и измене. Причем где-то на английском. День за днем. Ты изливала свои извращения. Разбухает мерзкого жира, как свиноматка. Ты хоть понимаешь, в каком я положении? Надо донести до тебя. Ты не имела права его читать. Блин, она сама все-таки по полбушке отрубит. Пиздец, прям, знаете, как в первой части, в начале мы с этим попрощались? Кошмар. Гений преступного мира. Не сдавайся, бласковец. Не склоняйся перед ними. Все же нет. Думаю... О, сейчас. Ой, покрасиво. Необычный... Уйдите, она реально башку срубила. Нет. Подруги вот этого Блазковича. Ну, няньки, а... Ну, у нее знакомая была. Он Мишаня башку отрубила. Охуеть. Ну вот, что... Очень хорошо. Причем уши закрывает полностью. То есть, а это с проводок к тебе, вот туди. А, тут провод... Да, ты проводок можешь вот туда подключить, я буду это. Я теперь, да, понимаю, почему я все время думаю об этом проводок. Теперь я буду зазомбирован тобой 24 часа, как и всегда. Очень тепло, спасибо. Не очень. Не, это очень хорошее. Да. Можешь мне тоже подать? Это. Тоже течет все. Ну, я уже, конечно, пробордел немного момент, но... Нет, очень теплые. Так вот, у меня уши, на уши полностью залезло, у меня уши там. Да, прям мочки даже перекрывают, вот. Ты можешь подойти потрогать сама даже. Ну, ты можешь подойти, потрогать. Вот. Да. Очень тепло. Я даже вспотел. Носить все где-то и... Как странно! Больная. Она только что была здесь. Будь здоров. А теперь ее нет. Она реально, она не лучше, чем череп. Смотрел ли кто-нибудь с любовью в эти глаза? Как думаешь? Поцелуй. Она еще башку ее об меня тут. Я тебе говорю, игражу. Как ты в дневнике писала? Твои пухлые щечки? И еще дочь башку сует. Или тебе нравится пониже? Ну.
Зигрун, не заставляй меня выбирать Зигрун между тобой и моей верой. Потому что когда у тебя не будет шансов. Кошмар. Теперь ты. Это тоже твой старый друг, да? Хватит. Довольно. Мама, остановись. А ну уйди. О, она что, и Вайду шульбашку отрубит? А, нет, она вас помогла. Ага, заебись, а то Майду отрубил. Ну, короче, у нее дочь более-менее нормальная. Вон она с ней пока разбирается. А, ну я понял, Блазкович заберет костюм героя. И благодаря этим нано-ногам будет катить. Это уже подарить пошел. Надеюсь, он там взорвется. Вместе с этой стороны. Там я твой. У меня ухо на месте. Ну и дела. Ну и дела. Быстро. Что? Эй, я не жестокий убийца, как твоя мать. Нет уж, спасибо. Я могу помочь. Поделюсь. А что за нас она будет думать? Военными тайнами. Расскажу, как освободить подлодку. Все, пацаны, на костюм дали. Вот, чтобы их открыть. Так, погоди. Как нам освободить подлодку? Эта дверь ведет к отсеку управления электромагнитными захватами. Там да нет, ее дочь нас нам помогла. Иначе сейчас бы и Вайту башку отрубили. Мне бы башку отрубили. Погоди, ты можешь открыть эту дверь? Она говорит, да. Я готов вам рассказать все секреты своей мамы. Он говорит, ты нам скажи, как освободиться отсюда. Ну да, как бы нам самое главное это освободиться. Кэп, иди туда, найди отсек управления и освободи подлодку. Так, энергоброня, нажмите пробел, чтобы прыгнуть. Не хочу об этом говорить. Офигеть, нихуя себе. Не вздумай раскисать, Вайт. Собери волю в кулак. Офигеть, у нас теперь надо костюм есть прямо скрадиться. Чтобы развлечься, нужен только топор и нацист. Вызываем мама. Так, все, продолжаем, продолжаем. Звук-то включить, что ли? Зазвис, не против, если я звук немножечко. Откройте мне. Слушайте, вы заметили реально то, что здесь фрау Энгель, она реально молодуха стала. Остановим ногу, уже понять, меня это пугает, если честно. Что это у нас за технология там использует? Молодильные такие. Кстати, знаете, очень жду здесь ковидная вещь не поднялась. Это теперь, когда мы с вами подбираем какие-нибудь схемки, предметики, нужно на Е не нажимать. А, блять, там тревогу объявили. Не нажимать, а удерживать получается. Это вот... Опа. Вы посмотрите, она даже на прививке, видите, вот она стоит массовая. Она даже здесь, блядь, молодушка. Я в шоке. Право помолодела. Чего это она там принимает, ее понимаете, а? Все, ну, почему до сутки дорог не поднимается? У меня что, теперь проклятие на мне? Или это, типа, баг такой? А, вы смотрите, мы же, блин, все равно до 50%. А может, это из-за того, что уровень сложности стоит такой? Ну, у меня, я же не играю на легком.
типа... Блядь, типа, что, 50% здоровья, все так и будет? Что за бред? Понять не могу. Графон-то ведь реально не супер лучше стал. А почему тогда у нее требования возросли? Нет, типа она идет у меня, да. Но... Дебина. Сука, опять заново что ли? Бля. Пиздец, прикиньте, блядь, это то есть, если там здесь, то ничего не стало. Ебать, как по уровню сложности выросла. Будь здоров, моя маленькая. А ты и правду сказал. Спасибо, маленькая. Спасибо, спасибо. Как же, блядь, вырос уровень сложности. Я же за их подтвердил. Блядь, вырос. Все, вот смотрите, мы сейчас убили этого пиздюка. А толку-то, блядь, мы вот его убили, да. Но вы мне объясните, по-человечески, какого я... Здоровье у меня 50% всегда. Почему у меня здоровье постоянно? Мне вспоминается, знаете, история с этим, с пираткой этого. GTA 4, да? Как, это охранная система. Ну, знаете, да, все эти Если честно, пока что, по мне здесь стало намного меньше стрельбы. Это прям очень, сука, четко чувствуется, из-за чего, ну, пока еще непонятно, в плане шутера, как она. Мне больно. Я не могу пока реально оценить право вообще, что здесь происходит. Как будто бы немножечко не хватает. Вот. При этом визуал мне очень нравится. Блин, он мне подлагивает, что-то я понять не могу. Почему я просто не могу испытать пока удовольствие? Вот он, отсек управления. От шутера сама. Я привык, что... сами до этого играли, да, и там все равно. Мечусь! Смотрите! Хватайтесь за что-нибудь и держитесь, что есть сил! Нас спасли или нет? Получилось! Так, скорее! Нужно быстрее погружаться!
лейтенант Ласковец! Ласковец? Хороший ты парень, Ингеле! Хороший! Я, знаете, Карлайн, чувствую себя в костюме из Dead Space. Я освободил молот Евы и возвращаюсь к нашим ребятам. Прости, что прошу, но, может, ты еще здесь побудешь, а я полетаю на твоих крыльях. Энд, куда нам идти? Назад, что ли? Так, нихуя себе, я не могу, я тебе проэнжил, у меня просто, блядь, триггер работает. Лазер Греф. Это не тот, кстати. Ага. А, он теперь такой. Здесь мы можем подзаряжаться. Бля, вот это минус, конечно, мою самую любимую механику пофиксили. Помните, да, можно было на куски, когда разрезать разные стороны. Это тоже прикольно, бля. Я предлагаю снизить уровень сложности, потому что у меня, если честно, какой-то пиздец творится. Не боксу. Я уже заебался, если честно говоря. Так, уровень сложности. Давайте уровень сложности «Не бейте меня» поставим пока что. Может, просто я что-то не понимаю. Здесь, да, видите, то, что вот это вот оружие, которое здесь, ну, вообще сдали, которое... Оно, мать его, немножко странновато.
возможно, она... Я стал тяжелее, блин. Так, ты двигаешься, да, и ты чувствуешь, как... Тепло немножечко. Хотя расчленёнка тут, конечно, о, какая классненькая. Расчленёночка тут прям... Что доктор написал, как говорится. Оскара. Огонь, огонь. Блять, меня даже на легком уровне сложности убивает. Пиздец, что за хуйня? Ебать, она какая... Слушай, она реально тяжелее стала. Сука, ее тяжелее, как она стала на полгода. Если сравнить, например, с тем, чем было до этого, это вообще будет так. А вот смотрите, снизу проход был, кажется. Короче, выполняем все, стараемся выполнять сейчас все исключительно по стелсу. Ну, по крайней мере, я постараюсь так сделать. Дело в том, что вот этот там сверху старый пердун стоит, и он нас сейчас быстро вынесет отсюда, если... Нет, видишь, 50% здоровья у нас всегда, то есть вне зависимости от того, хотим мы этого или нет. Это бред, если честно. Вот. То есть не 100%, а 50% постоянно. Всегда. Ну, расчлененочка, да, честно. Любители расчлененных, но... в играх. Ну, конечно же, если вот, например, да, сравнить. Блять, сбился. Ебать их так! Блять, опять меня убили! Ебать, что так сложно-то стало, нахуй! Это легкий уровень сложности, блять! Это что, Вольфенштейн 3D, что ли? Не могу, тут 3D, что ли, вселенная была такая. Чё ты так тяжело творится? Она, блять, это копия Биошока. Что, реально такая сложная всю игру, что будет на стоп сюда? Здоровья вообще нихуя нету. Охуеть.
Ебать она кожаная, ебать. Вот это где там распиздечень. Ого, блять. Вот это, сука, сложность. Раньше было легче. Раньше реально было интереснее осматривать. Сейчас сам по себе замок таким вот стал. Замок. Как с покамером вот эту кухню, серьезно. Это прям такой огромный дисплей за это, ебать. Ведь это была супер топовая кухня, почему ее так и с покамера, я не понимаю. Куда идти-то? Excuse me. Куда прикажете дальше? Приехать-то куда будем? Сюда вот? А, вот сюда. О, покинуть уровень. Наконец. Сейчас. Просто жесть, нахуй. А, он вернулся в твой мост, я понял. Ты активируй готовспота! Чушпин! Стал себе. Вперед. Слушайте, стратегия ясна. У Кэролайн был план. Освободить Соединенные Штаты Америки. Освободить США. И уже оттуда спасти весь остальной мир. Именно так мы и сделаем. За Кэролайн. Как насчет нее? Ей можно верить? Алло. Ей стоит дать шанс. Она спасла мне жизнь. И капитану Бласковицу тоже. Бласковица. Так. Кэролайн установила радиосвязь с отрядом американских повстанцев в Нью-Йорке. Вы негр на борт пускаете? И привлечь к нашему делу. Нам нужно наладить контакт с группами сопротивления в США. Только так мы поднимем народ на борьбу. Мы пускаем на борт всех, кроме нацистов. Полномасштабную войну. Все верно, точно. Значит так, сейчас нам нужно взять курс на Нью-Йорк и... Это бомбы! Аня, гидроакустика! Да. Сейчас все сделаем. Слышу удары о поверхность. Много ударов! Это фрау Энгель. Как она нас выслеживает? Кто-то на вашей подлодке передает ей координаты. Что ты сказала? На Аусмерцер приходит послание от кого-то с вашей подлодки. Так мы вас и нашли. Это невозможно. Отсек F. Да брось. Вот он, отсек F. Нет никакого отсека F. Эти карты не верны. Мы искали. Там даже двери а нет. А что если есть? Что если там кто-то прячется и передает сигнал, а? Кэп, собери отряд и выясни. Я покажу дорогу. Похоже, здесь.
Сдвиньте шкаф. Потрясающе. Ну что там? Заварено с той стороны. Ингели! Вот, держи! Файт придумал концепцию. Дизайн не актив, вещь экспериментальная. Но тебе пригодится. Я надеюсь, это я смогу нацистов? Пушка всегда останется. Да, конечно. Еще как, мой друг. Тогда пригодится. Дальше я открою, когда ты закончишь, здоровяк. Я про Ингеля вообще молчу. Это... Про Ингеля я даже Уильям, говорить ничего не понимаю. Найди передатчик и отключи его. Иначе бомбы пробьют нам обшивку. Мы совершили ошибку. На плане палубы отсек F кажется крохотный прачечный. Мы пытались найти его, когда прочесывали подлодку после того, как ты ее захватил. Но не заметили входную дверь. У нас тогда была куча других хлопот, поэтому мы искали ее не слишком внимательно. Но теперь я вновь изучила схему и обнаружила ссылку на совсем другой документ. Карту отсека F. Я свяжусь с тобой, как только ее найду. А, кстати, она вышла вместе с Вольфенштейн. Ой, с метро Экзодусом один год. Я нашла инженерную карту. Балластная цистерна, склад ядерных боеголовок. О боже! Отсек F вытянут вдоль всего корпуса подлодки. Она самая крупная в мире, так что он поистине гигантский. Судя по огромному объему, часть отсека наверняка служит главной балластной цистерной. Будь осторожен, Уильям, мы не знаем, сколько нацистов там спряталось. Сновидение, которое заметил здесь, это может откинуть от сильного удара. Понятно, например, взрыв какой-нибудь. Лошкович отлетает как. Thank you.
Нет. Уильям, нацисты сидят там безвылазно с тех пор, как ты захватил подлодку. То вот знаете, вот реально, вот я играл, могу пока сделать первое впечатление. С одной стороны, очень прикольно все. Но есть минусы? Есть. И вот реально, главное из них это то, что она в плане, ну скажем так, ощущение оружия, пушек стало, конечно, немножечко другой. Нет, я знаю, что это клиповская нормальная же игра. Разная. Сеть немножечко чуть-чуть отличается. Но, знаете, есть что-то такое. Да, давай. Кэролайн, мне долго не протянуть. Пару недель максимум. С твоей помощью. Вообще, я встречу понял. Здесь стало больше стелса. То есть игра стала более стелсовой. И здесь нужно чутка поменять немножечко свое, так сказать, представление об этой игре. В общем, надо поменять. Больше стелс, больше. Больше стелс. У него есть принцип стелс. Как стелс может быть плохо. Все это нахуй, что ли? И чё, прям вот отсюда? Спасибо, Уильям. А у смерти скоро потеряет наш след. А, добавить возвращайся страниц в раздевалку. Бомба-то тебя добавить оттуда выпустит. Добавить страница. Стало тяжелее. Наш след. Возвращайся в раздевалку. Бомба-то тебя оттуда выпустит. Отсюда и убрать, если с вот этими выглядываниями из-за угла. С игрой выглядки не убрали. Но в то же время с полуслоя оно как-то криво работает. Слушай, это же ненормально, что жизнь постоянно бывает, блядь, до 50. Я не знаю, почему сказать, что-то типа апгрейда будет. Блять, опять меня убили. Не, все, короче.
На сегодня мы, пожалуй, завершаем, потому что я заебался. Наш след. Возвращайся в раздевалку. Если честно, что-то такое слишком выпустил. Тяжело стало играть. Реально слишком. Я не нуб, но, блядь, для меня игра стала тяжелее. Да, она выросла графически, она... Что-то мне стало тяжело играть. Либо я расставился слишком сильно. Мне непонятно, такое ощущение, что у меня какой-то баг в этой гоблинской версии. Здесь здоровье просто еще не до 100% добивается. Вот, опять меня убили. Здоровье постоянно уходит вниз. Почему? Сейчас я пойду, бля, вы знаете, загуглю. Что-то меня это, если честно говоря, уже подбешивает. Я не от того ожидал, если честно. Колозус. Да не Колозус. Так. Здоровье 50%. Вот. Сейчас посмотрим. Вот уровень здоровья в игре. Во, нашел. Так. Господи, здесь, оказывается, надо, типа, будет другое. Короче, здесь будет, типа, апгрейд костюма потом. Типа, нанотело. Блять, и тогда будет другой процент здоровья. Ёбаный рот, вот это нахуй заморочились, блядь. Нихуя себе. Это я понимаю, блядь, заморочились, То есть, получается, где-то пол игры мне придется ебаться с 50 хп. И это при этом, что я сейчас на легком уровне сложности играю, да? Пиздец, вот это театр абсурда, блядь, получается. Это не норма, слушайте. Не, я типа, конечно, потерплю, да? Все равно вот кое-что я говорю, мне здесь не нравится вот это вот. Здесь мы столько раз уже умерли. Я уже со счета сбился. При этом сейчас я пока еще живой. Я даже не знаю, что сказать. Вроде как здорово, что я живой. Как там на программе, помните, было? Слава богу, ты живой. Теперь можно уходить. Молодец, Бласковец. Идем. Бласковец. Бласковец. Все уже собрались. Тут дочка вот этой фрау Вингель, знаешь, что без... Вот так. К нам примкнула. Вся жизнь.
все знания. Ну, я, правда, не знаю, как она себя дальше поведет. Все, через что пришлось пройти, все сгинуло. За секунду. Как вода. Будто и не было вовсе. Эй! Да! Входи, капитан! Ты пропустил похороны, Вайт. Я просто... Нервы сдали, ясно? Я не смог! Кэролайн была для меня дороже всех на этой чертовой лодке! И вот теперь все ждут, что я займу ее место! Ну да! Ты глянь на меня, я даже наушники найти не могу! Слушай, я даже завалил офицерские курсы в Гарварде! Я знаю, что положил их где-то здесь, но где, черт возьми? И когда уже прекратится этот звон? Не сдавайся, Вайт. Это неправильно. Я не дурак, капитан. Я видел твой взгляд, когда фрау Энгель взяла тебя в плен. Все, пламя погасло. Ты сейчас на автопилоте, пока не врежешься в стену. Что, не так, капитан? Это Вайт тут несет, конечно. О, слава богу. Я... забрал кое-какие вещи Джея из старого укрытия в Берлине. Старые пластинки и все такое. Просто на память. Этот парень классно играл на гитаре, да? Да. Ты протолчил. Любил, чтоб погромче. Я пошел, Вайт. Про гитариста помнишь? Давай-ка. Ну, еще был в масочке. Эй, капитан. Ходил бы ты к Сету. Он ждет тебя на осмотр или типа того. Проверить тебя. Он у себя в мастерской. Сет. Он знает, и я знаю. Меня уже не вылечить. А сейчас музыку, что ли, слушаю? Ну-ка. Когда мне грустно, я обычно слушаю музыку. Любите музыку, Герр Бласковиц? Господи, я не могу, когда меня Бласковицем называют. Я не могу. Мне хочется, блядь, заорать. Это какой-то, блядь, пиздец. Ну, Макс, пора. Эй, Макс, ну что ты загрустил? Знаю, тебе нравится роза. Но так уж в мире устроено. А. Свинки умирают, чтобы люди могли поесть. Он свинку хочет зарезать, а Макс не хочет. И нам нечем ее кормить. Есть только еда для людей. Нет для свинок. Ладно, Макс, ладно, ладно, все. Пока не будем есть свинку. И брось уже хмуриться. Эй, брат. Помни, мы хозяева своего счастья, Макс. Ты...